хочу показать, как начинается утро у пчел. Утро пчелок, работяжек. Только солнце встало, пчелки тут как тут. Им нужны цветочки всякие, красивые, некрасивые. Это мы, люди, выбираем, что красиво, что некрасиво. А у пчелок все на запах. На обаяние работают, пчелки трудятся. Им все равно, какой цветочек, красивый, некрасивый. Лишь бы взять нектара побольше. С самого утра и до того, как солнце сядет. Пчелки вот так вот работают. Работяжечки. Вот так вот трудятся. С одного на другой цветочек перелетают. И работают, работают. Это тыква. Тыква цветет, зреет. Ну, это пустоцветы, конечно. Есть у нас и не пустоцветы. Ну, вот так вот пчелки трудятся.